сумбурный баскетбол. Такую картину увидели болельщики с первых минут матча Суперлиги между местным Барнаулом и московской бандой МБА. Коллективы решили играть в быстрый баскетбол, и все это приводило к взаимным ошибкам. К сожалению, чаще всего мяч теряли наши. Первую четверть москвичи взяли 21-17. Нам сегодня в первой половине не хватило одних игроков, во второй половине мы вообще в короткую ротацию играли. Многие люди выбыли. Где-то, наверное, я побоялся, скажем так, что у нас мало в составе, дать попробовать и поиграть. Здесь моя ошибка. А дальше игра складывалась как в зеркале. Гости почти полностью копировали стиль игры барнаульцев. И это приносило свои плоды. На паркете две абсолютно равные команды. Потери мяча на ровном месте, ненужные пробежки, проблемы с началом атаки. Все это болельщики видели от обеих команд. Однако ближе к завершению игры счет был все еще в пользу гостей. Настрой сегодня был настрой. Там, я сказал сегодня, вот увидел баннер у вас на стене, что спорт не воспитывает характер, а выявляет его. И сказал, что вот, ребят, раз вы здесь, мы уже у вас характер не воспитаем, его надо показать, если он есть. Я думаю, что ребята сегодня этот характер показали на площадке. За минуту до финальной сирены Барнаул вел 77-74. Казалось бы, победа почти в кармане. С этим москвичи не были согласны и реализовали все возникшие в течение последних 60 секунд моменты. МБА выиграл встречу 77-78. Следующий матч Барнаул проведет также дома в ближайшую субботу. Соперником будет Купол Родники из Ижевска. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.